Заудика Уайра клубу ворощей Аппатра Гондарта Ю, Ярхайджита Хагдиш планировал Тахкая Баржанда рекорд. У Сентерстинат Кухабафта Дмин Фараша Давдай Фараш Тамаже. Наруонгай Ничиамбалта, Нартакадартазе, а Саузашти Ерешта планирован спортой. Заудика Укак спортсмента Шахикут Саттаканенс, Уйтахай Надартара Армаджа. Алексей Гришин планирован спорт, ерышты бас архайн масагат ерыштом машин машкуя. Тахан спортсмен райды тарта ажражма. Уавгац ахарфта бавар штабиры раждар. Заужиққау планирован клубма басаунама яхиса штайфенену диярагон баллис. О Владикавказском планерном клубе известно очень давно. Это он образовался в 1934 году. Это очень известное место в СССР было. И сейчас о нем знают практически все планеристы. И приехать сюда – большая честь и мечта для любого планериста, чтобы наконец-то увидеть красоту гор вблизи, полетать рядом с ними. Это мечта любого начинающего планериста. Хотел приехать сюда уже очень давно, еще в том году, но достаточно сложно все-таки, времени много нужно, и не получалось. И очень счастлив, что в этом году я здесь, увидел это все своими глазами. Это невероятно. Планер Латахан Ражма Уалшуанг фалтарчин тахчита дараса унскауга инструктаж, а со спорту самодиша акфала зал самодарса того ванкао. Не превышать ограничения полосте скорости перегрузки. В облака не входить. При изменении погоды, разведчикам погоды докладывают о полетов и действовать согласно его указаниям. При отказе авиатехники доклад руководителя полетов действует согласно руководству данного летательного аппарата. Заудиқаука клуба планериста Фидан ерыштам шахиян тысчинай сатта кэнэнс арвмаш тақсышты жардар хавтфаши вадмаш куяшт араполама Краснодары краям. Нартакавал спортсмен та сатта кэнэнс ша планерта чемпионаттам. Хоршбон қат куралау ва тренировка тадара кэнэнс. Сегодня у нас подготовка, предварительная подготовка техники, предварительная подготовка самого летного состава. Потому что это вот по телевизору, когда показывают планер летит, это думаете, что он просто так взлетел и полетел, куда попало. Наверху есть дороги, наверху есть такие же дороги, как и на земле. Мы их должны соблюдать. Отсюда до Чикалы, от Чикалы Урух. Урух мы идем сюда уже и уходим в Дарьяльское ущелье. С Дарьяльского ущелья мы проходим обратно Тамиск, с Тамиска мы проходим обратно Архонку и заходим на посадку. Планирован клубы Ярышташтар влажу у нас хатса жба, что Европа и чемпионы Леонид Васьков и номимам. Сагат Ярышташтон хатса какан за что аштадай маджа. У нас остались еще два абсолютных чемпиона Европы. Это Дятлов и Морозов. Они, кстати, обучают молодежь нашу, передают свои знания. Может, тоже будет участвовать в команде человек 20, наверное. Ну, выступать не все, конечно, на таких соревнованиях молодежь пока только подтягивается, поэтому выступать будет на человек 8. Планеристық жан ерыштарай дайзы штырай шомсау зыштыр табоным, уйфашташ бараккан зышты хождартым. Калы тезыраша бритяты Феликс Котайты Мария ерыштоны хабырттым.